Так, отлично. Арена тайм! Итак, выберите героя. Так, давайте Друлю. Я должен защитить природу. Карты. Дар природы. Клич. То есть рубак или корсар. Вопрос такой жестокий. У меня нет оружия, эта карта смысла нет. Наверное, вожака. Смертный хрип. Здесь вопрос, а попадутся ли мне такие карты с предсмертным хрипом? И можно ли будет вернуться? Нет, назад нельзя. То есть выбрал все. Играй так. Ну. Так. Вот это обязательно. Тоже бессмысленная карта, она для одного жреца. Давайте этого, наверное. Бошка тайм. Конёк за ноль. Года пригодится, мне кажется. Семечки. Хотя зря выбрал. Так, 13 карт уже есть. Так, знак дикой природы, наверное, обязательно. Так, что еще? Душа леса. А, так, у нас есть вожак. Вожак есть. Наверное, пантеру. Блин, у меня какие-то карты попадаются не на друида, блин. Практически. Герой. Так, девка. Доздинка обязательно. Старый хмелевар. Молодой хмелевар и старый. Они делают абсолютно одинаково.
Так, что есть у нас? 5 урона и карта. Последняя карта, которую мы возьмем. Воду, наверное. Ну что, понеслось? Понеслось ракование? Ракование тайм. Что-то он подозрительно долго ищет. Печальный паладин. Это прям про меня. Опять! Опять трал, блин. Сколько можно? Я должен защитить природу. Все за 2 маны, короче. Все за 2. Приветствую тебя. Здравствуй. Так. Но все равно с кристаллом я ничего делать не буду. Что у тебя против него есть? Посмотрим. Блин, ненавижу! А не гребаная имба! Все равно больше ничего не остается. Если, конечно, у него не будет какой-нибудь ледяной хрени, которая... Пыщ, и нету его. Еще лучше. И самое главное, в тех, кого надо. Почему всегда все попадаются туда, куда надо? Дерьмо, а. Ладно, Доздинго. Так, 4 победного Доздинго, возможно, нам нанести. Так, ТТМ. Огонек. Так, давай, давай. Пашка тайм, Паша должен тащить. Что это? Мне не нравится, как он в себя тыкает. Ох ты. Ползун. Какая штучка. Так, в надежде на то, что Кота сделает все как надо. Кота дерьмо. Блин, я вот этого и боялся больше всего! Нет.
гребаный хиляющий кусок дерьма. Бафает! Мы должны очистить солнечный колодец. Еще опять ему хилка выпала. Еще это, давай, давай, тащи меня вообще, слезь с первого раза, блин. Стоит давай, дерьмо. Я не могу это сделать. Во имя природы. Да, зашибись. Конечно, кода. О, пенёк. Я его быстро солью, к сожалению. Во имя природы. Пенёк. Да сколько можно? Джи-джи. Меня самые выгодные цены. Дело сделано. Так. 5, 8, 9. С Богом, короче. Неплохо сыграно. Спасибо. Все равно у меня ничего не было против него. Ну и еще раз. Я, кажется, просру эту арену 0-3 вообще. Джайна, будут огненные шары, будет морф, бла-бла-бла. Короче, встрял. Все. Заклинания будут. Да, конечно. Я чувствую запах крови. И так всегда. Все, Паша уже встрял. Это без сомнений. Thank you.
кем он будет размениваться-то. Да, я так и думаю. Пулька летит и дает Пашке в борду. Вернул, короче. Так, все, ничего нету. Что теперь будешь делать? Сейчас огненный шар и пью. Хм. Оставь! Не нужен мне лоскутик. Че, у тебя нету шариков там всяких, да? Интересно. Давай, слей уже меня. Чего ты ждешь? Блин, секретка. Антимагия, клон. Что там еще есть у нее? Бронька. Интересно. Да ты надоел уже. У меня кончается время. Думай быстрее. Да, это копия. Хорошо, что я так сделал. Дело сделано. Так, ну чё, сейчас будет вспышка по тигру. Как я и говорил. И... Твоя магия тебя не спасет.
Какой говнюк, а? Хитрожопый. Ох ты. Ладно. Делать-то. Во имя природы. Просто поставить надо. Чтобы он разменялся, пошел. Так. 5 карт у меня. Я его бить не буду просто. А, и с провокатором не станет. Блин! Вот это я и боялся. Дерьмо поганое. Щит Аргуса, блин. Так, что ты будешь делать, полиморф? Я сущность магии! Ай-ой! Маленькас, блин! Так, что мне делать? Возникла проблема. Что-то мне не нравится. Сейчас какое заклинание. Бью тебе 10 в лицо урона. Вот он чего-то ждет. Этот говнюк. Это еще лучше для него же. Очень вовремя! Очень вовремя! Спасибо! И делать ничего, чё, не знаешь, короче. Короче, всем всегда попадаются абсолютно нужные карты, кроме меня. Мне никогда не попадаются. Опять секретка, да задолбала. Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность. Все, пошел, поехало. Ой. Заряжен и готов к бою. Воу, ну ок. Я только хуже еще сделал. Чё? Убьёшь меня? Надеюсь, тебе нравится моя изобретательность.
ищет, что ставить. Поставить говню. Ну да, конечно. Нужные карты всегда, только не мне. Мне они не нужны. Зачем мне эти карты, блин? Еще одна секретка. Знак дикой природы пришел очень вовремя. Оу! Ну ок. Если бы я знал, что так раньше можно было бы сделать, я бы сделал. Капец просто, избыток маны. Блин. Нежданчик. Играю, знаю много нового о себе и о Хардстоуне. А я хочу, чтобы мне попадались нормальные карты и нубы игроки, чтобы тащить хотя бы одну победу на арене, блин. Неплохо сыграно. Второе поражение. Отлично просто. Сейчас, короче, третий раз строимся нафиг эту арену. Карты говно попадались, и карты говно попадаются, а всем игрокам это то, что нужно. И, короче, ничего я не получу. Это самый худший слив. Никто 0-3 не делал. Первую 0-3 в истории. Что это за херня? Будь начеку. Я должен защитить. Блин, Нет, ты что творишь, а? Чё он так долго думает? Целый год думаешь, блин, ты надоел, давай уже. Наконец-то. Нати, сливай его. Чувак, если тебе что-то не нравится, огромная просьба покинуть страницу с каналом, потому что в правилах четко прописано, не нравится, вали вон отсюда. ПВП с подписчиками не будет. Он что, хочет... Да ладно. Он не хочет 2 дэмэджа в лицо, поэтому он принимает 1 дэмэдж в лицо.
кто хотел увидеть? Отхилялся. Да, да, твой друг, конечно. Да помогут мне. Скажи ему, что ты в телевизоре. То есть он в телевизоре. Че? Ох ты, яд. Вообще пофиг, пацану. Ну, короче, мне верим мы тебе, потому что вряд ли ты его знаешь, наверное, какой-нибудь другой лайфмейч. Примкни к нам или умри, можно одновременно. Пять дэмэджа в лицо захотим принять, ну ладно. Я заставляю тебя разменяться, короче. А если ты не разменяешься, то потом тебе будет плохо. Ах, да, конечно. Мне это плохо. Надо. Это мне плохо, а ему нет. Время платить по счетам. Давай, разменчик, чё. И потом 4 в морду. Смачно. Клиночки. Этому парню конец. Так, короче. Я готов, а я не готов. Видите, всегда под рукой есть то, что надо, но не у меня. Я это исключение. Два или меньше. Даже ничего не поставишь. Что же мне делать? Действительно, что же мне делать, чтобы не получить кучу дэмэджа в лицо? Нужен провокатор. Да, конечно. А сейчас разменчик огром. И все, изи каточка ему. Посмотрите на количество карт в руке у него.
Да помогут мне духи предков. Ну и что делать, как жить теперь? Что же мне делать? Больше мне нечего все равно делать. Потому что в любом случае удар в лицо и GG. Итак, пустышка! Ух ты, две сумочки дают все-таки. Комплектик! Ну, давайте хоть. Откроем комплектик. Так. Я до легендарки. Ну да, конечно. Редкая карта. Редкая карта. Мне никогда и даже эпическая не выпадала, поэтому это все неудачи. Даже эпической нет. Потому что Паша неудачник. Никогда легендарок не выпадало. Не выпадет. Вот так вот все. Короче, на этом стрим завершается. Спасибо, что смотрели. Я надеюсь, вам понравилось. Поэтому обязательно ставьте лайк, комментируйте, подписывайтесь на канал. Делитесь роликом, добавляйте в избранное. В общем, а те, кто хотят видеть больше всяких стримов, не забудьте зафоллить меня на Твиче и смотреть таких больше. Ну, в общем, всем пока.